Мы с Эммануилом успеем. Жена Виторгана сделала признание о детях. Сын. В прошлом году у Эммануила Виторгана и его жены Инны Млодик родилась вторая дочь. Как признаются супруги, позднее родительство им очень нравится, а малышки Этель и Клара просто прелесть. Старший год и 11, а второй почти 6 месяцев. Полгодика ей будет в годовщину нашей свадьбы, 7 февраля, 20 лет, как мы в браке, делится Ирина. Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь, считает мама Этель и Клара. Но на этом Эммануил Виторган останавливаться не собирается. В программе «Звезды сошлись» актер признался, что хочет еще одного ребенка, желательно сына. Эмбрионов много в запасе осталось. «Хотелось бы еще сына, но не мальчик, если, так пусть будут 3 девочки у меня», – рассказал о планах Виторган. Отметим, что многие поклонники актера просто не понимают его и осуждают. Становиться отцом в 79 лет – это очень странно, и таких случаев крайне мало. Ведь большая вероятность, что он даже не увидит, как будут взрослеть его дети. А зачем заранее обрекать их на сиротство? Но по словам самого Эммануила Виторгана, его маленькие дочки только прибавляют ему сил жить.